слишком близко, отойди от меня, девочка, да? Как вам 1 мая? Это же сегодня 26 апреля, день рождения Маргариты Багашевой. Как вам? Ну так, погодка не особо, но... Как вполне. Погодка? Слишком быстро, там будет, надо медленно. Так, и так, вау. Это просто, да, это экшен, камера. Так. Ваня. Иван, как вам? Ну что? Только вы жарите шашлыки, мне кажется. Вы просто обо всех заботитесь, вам не кажется? Ну а что делать? Должен же быть человек, который, как это называется, костровой. Костровой? Костровой, да. То есть, смотри, ты не пропах еще? Я уже... Мы будем путешествовать. Блин, реально, Ален, я хочу просто, блин, еще денег заработать. На великах? Нет, на автостопом. А, ну автостопом это не интересно. Давай. Ваня, что ты не хочешь автостопом? Блин, вот бы денег заработать, и все, нахуй, и все, проблемы решены. Блин, денег заработать можно на самолете летать. Деньги не главное. Главное, главное желание. На велике, давай. Ты не везде на велике сможешь поехать. Потому. 5000 километров. Ты вообще что? Просто блядь, жопа блядь, отвалится. Не, Вань. Нет, ты сколько? 5000 за 5 дней. Да нет, ну, я могу сказать, что шутерка в Твери, которая из Москвы до Питера за сутки. Да это пиздец, Вань. Но мне кажется, она подготовлена нихуёво так. Тут никакого удовольствия нет в этом. С чем-то, с копейкой. За сутки? Да. Она что, 24 часа? Да, она ебанутая. 20 без остановок. Вань. Люди едут 600 километров. Она в туалет ходит прям катает. Велосипед. Просто на велосипеде едет и сыт, просто да, и дальше да, едет. Да, просто да, едет. Да. Будем на велике. А как? Лучше всех пригласим троллей. Нам троллей, да. Нет, слышь, а можно тогда на великах, на поезде и на самолете? Три. На поезде, да? Ну, малыш, извини. Можно, можно так. Ящик тебя. А без великов? Ну все, тогда давай, пожмем руки. Все, усы не мешают, нет, да? Тобой... Нет, вообще, я не чувствую. Ну хорошо, я повинуюсь тебе. Все, короче, я выключаю, Лёха. Долго держи.